Так что в видеотексте «Новый день» там, как бы начинаются песни, там из темноты, так бы из ночи, можно сказать, потихоньку появляется, вот, проявляется цвет. Вот, а еще где-то в середине фильма, когда пробежим по чисту полю, вот, нежных трав и два касаси, вот, то там фон такой травяной, там цветы растут и трава. Еще я заметила, что вот так же в конце фильма вроде бы был день, а потихоньку уходит вечер и ночь, и становится опять темно. Очень такой фон, как бы сначала фон такой синий какой-то, такой загадочный, а потом там как бы цветы проявляются такие голубые, а потом такой фон прям, там прям травы такие красивые. И под этот фон третий очень подходили мы строчки влажных трав и два касаясь. Очень эта песня такая загадочная, и шрифт он тоже такой загадочный, звезд такой сиреневый такой какой-то, такой, как будто какая-то загадка в этом сиреневом цвете в звездах. Мне очень понравилось. Видеотекст рассказывает о этих загадках нового дня, что он дивный, то, что мы его видим. И рассказывает, как в нем хорошо. И эти цветы в одном фоне, они рассказывают о этом дивном мире.